Насчет цензуры в интернете я бы, наверное, воздержалась от каких-то глобальных суждений на этот счет. Я считаю, что цензура должна быть в родительском компьютере. И родитель должен ставить родительский контроль, и родитель должен вместе с ребенком определять, как учить ребенка пользоваться интернетом, предупреждать его о тех опасностях, которые там подстерегают, и определять тот контент, который ребенок потребляет. А вводить какие-то специальные фильтры, цензуры и прочее вот глобально, прям давайте сейчас вот это запрещаем, надо делать это очень осторожно, потому что... ну, мне кажется, здесь не существует каких-то таких уже выверенных, общепринятых на мировом уровне форматов и стандартов, по которым это можно и нужно делать. Я все-таки за то, не за то, чтобы запрещать, а за то, чтобы воспитывать культуру потребления.